Эй, что это? Что же это? Нет, не ноги, не пальцы, это обувь. Эй, довольно круто, я права? Посмотрите на это. Довольно мило. Без пальцев, ребят, жаль вас разочаровывать, однако... Ноги. Супер классно, обожаю. И двигаемся ниже. О, посмотрите на это. Часы? Шестеренки часов? Или просто шестеренки? Довольно круто. Мне нравится. Лодыжки? Лодыжки. Да, это лодыжки. И, о, что это за штука? Что за белая линия? Давайте посмотрим, что это. Ту-ту-ту-ту-ту. А я подвину. Я до сих пор не представляю, что это за линия. Лодыжки? О, ребят, вы сходите по ним с ума, что ли? Подождите, пока не увидите, что выше. Ладно. Ту-ту-ту-ту-ту. Гляньте, гляньте. Что же это? Как вы думаете, что это? Как вы думаете? О, колени? Нет. Нет, нет, мы еще не дошли до этого. Не будьте столь жаждущими, ха-ха. А дальше? Просто спускаюсь вниз. Ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. О! О, и правда змея? Очень хорошенькая, посмотрите на нее, у нее голубые глазки. Супер мило. И загадочно. И просто красиво. У-ху. И двигаемся. Двигаемся дальше вниз, да? Спустимся в кроличью нору. Да, давайте. Ту-ту-ту-ту-ту. Очень длинная змея, да? Змея. Но очень хорошенькая, очень. Вы знаете, почему змея? Может, потому что уроборос? Интересно, интересно. И теперь вы видите разрез. Промежуток между рукавом кимоно и ногой. Посмотрите. О, о! Это то, что вы хотели, чертовы извращенцы. Верно. И смотрите, показалась рука. Посмотрите. Да, мои ногти... я чуть не сказала напечатаны, я имела в виду накрашены. Однако, посмотрите на это. Я сходила... маникюрный салон. Как раз специально для этого случая. Очень актуально. Угу. И... Да, да. Очень хорошо. Нравится. Обожаю. И... Ту-ту-ту. Оу. Оу. Что это такое пушистое? Оу, но... Очень-очень теплая. Очень теплая. И... Вееры, шестеренки, цветы, змея. Все слилось воедино, чтобы создать такую красоту. И... Спускаемся ниже. Оу. Оу. Что это? Еще одна змея? Да? Еще одна? О, а это красноглазая. Интересно. Ого! Нарухода! Насколько же длинная эта змея? И, похоже, настало время показать вам все полностью.
Может быть. Ту-ту-ту-ту-ту. Или нет, или нет. Так, секунду. Ту-ту-ту-ту-ту. У? Может быть, есть то, что я еще не хочу показывать. Но, смотрите. Посмотрите на это. А? Ой, ой-ой-ой. Вы же ничего не видели, да? Веер. И угадайте, что он делает? Нет, наверное, я оставлю это на потом. Или знаете что? Я могу сделать это прямо сейчас. Хорошо, это еще не все. Покажу вам всех. Готовы? Вы готовы? А, я просто шучу. Посмотрите на остальную часть веера. Смотрите. Он красивый. Даже очень. Смотрите. Ага. Гляньте, тут маленькие цветочки. Ага. Ага, ага. Хотите увидеть больше, да? 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 Скажите волшебное слово. Какое волшебное слово? А? Пожалуйста, я вижу. Пока что буду игнорировать гав. Но... Хорошо, хорошо. Ту-ту-ту. А? А? Очень хорошо. Вы думаете, это все, да? Вы правда так думаете? Нет, нет. Я познакомлю вас с моим новым другом. Я познакомлю вас с маленьким Боросом. Скажи привет, Борос. Привет. Борос немного стеснительный. Но, пожалуйста, будьте вежливы. У него же есть чувства. Не обижайте его, хорошо? Просто он очень стеснительный, так что будьте к нему добры. Или я сильно расстроюсь, хорошо? Но да. Я думаю, если мы подмигнем вместе, то Борос тоже подмигнет, верно? Борос, хочешь подмигнуть? Эй!